Сегодня перехотел АСБ пригонять. Там что-то уже шкварчит. Похоже, вторая группа погорела. Вторая группа вы здесь? Понял, мы подъехали. Плохо слышно, сейчас поднимемся наверх, свяжемся. Шуканы. Чё, к чему? А, противник кто? Шепот впереди. Чё? Ты на КВшку вышел? Да, я на КВ. Странно, что ты это не слышишь. Ты на той КВ? На той КВшке? 135,8. Алло, алло. Паша нас не слышит? Да. Может он на КВ второго отделения? Теперь я там, теперь я там. Я забыл выключить КВ второго отделения. А у врага есть что-то из техники, которая может сорваться? Не знаю, может быть это тигр сгорел? На метке. Тянем вверх. На метке, на метке. Видео на вышке, пеха ТРПГ. Вот, какой-то вышки такая, с бункером. Антон, обнови метку на нас. Кто? Я? Да-да, ну твоя, ты же ставишь там метку, обнови на себя метку. Сейчас. Примерно. У него еще РПГ кочегар. Да, да. Не, я видел, что движение какое-то там. А, еще очень сверху там есть один пех тоже. На вышке. А, во, он на нас смотрит. Двое на нас смотрит. Кинь метку на них, чтобы 2-1 видит. Давайте правее возьмем, с леса зайдем. Да, да, по полю не бегите. Классно, у меня будто земля идет. Читы. Легально. Они с бинокля по нам смотрят. Прячьтесь за деревьями, под деревьями. Там в каком-то шлеме черный, что за шлем черный? Алпин, что ли? Паша. Че? Шлем черный, алпин какой-то или не алпин? Да. Это Алтын, его к вам летит. Кочегар жив? Кочегар. По-моему, в кочегара прилетел. Ну в чем суть, если сам раз они заберут, то тем более не будет. Они, во-первых, у них не будет сыты, некоторые полезны взрыв. Я к нему не пойду, там. Забей, не лутает. Побьет по этой. Зачем? Не знаю, я не стреляю. Кочегар. У них снайперка. О, кочегар вышел. Да меня не попали, не то. Снайперы. Чё ты замолчал? Хотел. Я убегал. Тут, короче, впереди какой-то масленок бегал в лесу. По правую руку я шел. Не понял, это был рак или... Не перепутайте, я уже близко достаточно к зоне. Буду я больше за зону. Давай, он рядом с дорогой бежал, да? Я недалеко. Ты тоже недалеко. Я правее тебя, Паш. Ой, не Паш, он забыл. Блин, а я не туда. Они ломают, я у каких-то руин. Воюй.
Это же Гонза был. Не, другой, другой, у них фраг тоже ГП шел. Одного без сознания отправил. Гонза. Че? На сколько метров ГПш? Бля, в меня прилетел. У меня ГПш. Это я что ли? Ты наверху? РПГ. Не-не-не, я не наверху. А у них же ярко синяя такая форма, да? Яркая. Я их не вижу вообще. Они хрен знает. Он мне стреляет сзади. Алекс, сорян. Я чуть не сдох. Ты рядом с замком, что ли? С каким замком? Кстати, не ты под елкой был? Я под елкой. Я почти рядом с замком. Я так 50. Я сейчас перевязываю. Йоу! Меня аж передернуло. Это по моей СВУ было, кстати. Не-не-не-не-не, дядь, знаешь, что это? Это противопехотка, противопехотка. А это ПТ? СВУ, СВУ ниже. Шесть. Нет, это СВУ, там СВУ стояло в кустах. Нет, СВУ вон, южнее. Вон он лежит такой серый комок, часть. Зачем так людей пугаете? Подожди, у нас тут оказался виртуальный арсенал каким-то образом в сторону. Это я, наверное. Да, ты на косяке скорее всего. А я не вижу. Вы слышали, как он виртуальный арсенал? Минус Питер и Зенит. Там у нас, видимо, взламка даже обломала. Паша, а ты можешь взять админку, я просто отойду на пару минут? Ну как, чтоб миссию не мог. Ну почти новую сейчас, я отойду просто. Все, я назад отошел. Я ж могу как-то с тебя выйти, если так же сама припишу, по идее, или нет? Написать. А? Look out, ага, напиши. Ого, за своих убивает нормально, не маляшку. Спитер может взять админку. А там, еще один, там же еще один флот был, точно. Лол. Слышишь? Лол. Кстати, знаешь, гон это, Феник. Мы, короче, после взрыва у нас это самый корт куда-то внесло в воздух. А я видел, да. А, не, вон он стоит, вот, показалось. Не, он подлетел. О, о, минус еще. Сказал, я с решеткой пишу. Минус шаря, да. Я вроде написал логаут, значит, тоже. Ты с восклицательным знаком написал, с решеткой пишу. Как там посмотреть, кто убил? Я свой убил, все, все. Без пробива. Вон еще своих убивает, нормально. Ты что там с метанием прилетело в хату? Байком. Чё поставишь? Что поставишь? Господи, там есть, по-моему... Да, ты куда? Я пойду поем. Я не знаю, что ты старого можешь, в принципе, поставить, что давно не играли. Там какой-нибудь замок какой-нибудь... А, не замок этот, западный порт можешь, в принципе, поставить. Статку. Гонза, просто 10. Статку можно выйти посмотреть. Тебя убил? Он добил ещё, ну да, да. Форм, походу, вообще не алё в упор. Да форма там... Сейчас бы, блядь, ЕМА. Ладно, все, я отошел, поставьте. А поставьте туда Паша порта западный, я там починил его, он, по идее, сейчас выключаться не должен. Вот. Дуйте со сметаной там бедный, там есть сейчас сметана умрёт. Либо творожок, либо кочегар, если сейчас налево. А форма, кстати, вот включите Гонза и вверху сметана, вот я бы не отключил вообще не в жизнь. Да там, я говорю, виртуальный арсенал у нас был просто, и они поменяли немножко. Там, да, Феник протекал, я это не увидел. Может, я не знаю. Типа я точно, это мой ящик. Господи, Антон залагал, Данте, я тестил, а у меня виртуального сигнала не было. Он на сервере иногда врубается, дядь. Да? Да, поэтому... Все, ладно. Так я... Это не мой ящик, это мой ящик. Я его не редактировал. Вон. Да. Форма не алё, или как? Повтори. Форма, говорю, не алё, вуп. Я тебя так таранил еще, когда форму не видел. Паш, поставь меня где-то в оборону, я сори. Забил зачем? Охренеть, одни ГПС-ки, ё-моё. Кто меня убил? Меня Алик убил. Кому это?